pat šoko aš tau paimu tau tos milijonus. Pasėdėk iš jų. O pagalvę? Jo. Pagalvę aš vežuosiu. Oi, pagalvę su savim, nu tai ko čia kalbėti? Oi, nusikrėtų. Sekmadienis. Taip, jo paslaugimas. Tai kad pavadėjau. Laimingai. Nelaimingai. Ta pračiai, ką čia pati geriausia, kad duotų? Pati geriausia duotų. Jau grybą. Kad atremontuota, pigiau. Tikrai, kas čia per... Pigiau. Pigiau grybą. A tai čia į maksimą? Parinkit, kuris ir dar prašiau, nes žmonai labai pinigų reikia prašyti. Ačiū. Nu, bet jeigu blogas bus, atnešiu atgal. Da, ačiū. Nu, užmyti. Жене, жене, иди себе, жене, она хочет выиграть. Она не хочет работать, но она хочет миллион получить. Думает, очень хорошо было, ничего не делал, раз миллион. А что будем делать с миллионом? Ну, миллион иметь. Что будем делать? Что там написано, что-то не знаю, не видел, что-то написано. Ай, политзаключенных, союз политзаключенных, это значит сейчас только. Это раньше не было, мы не были политзаключенными. Это все достроили, когда вот эта стена не была, этой стены, здесь уже склады. А так было прямо, как Дом культуры старый 19 века. Там даже не Дом культуры, а был какой-то склад или что. А потом нам отдали, потом там было самодеятельность, опередка и так дальше. Вот. А это тоже построили мы уже, это было мастерские. Швейная мастерская, потом такие там обувь чинили. Сороковой год был дворец такого Шауляй. Шауляй такие были стрелки, вроде так называют Шауляй. Это был союз стрелков Шаулю Санга. И вот здесь был в этом здании в 24-40-м. А 41-м, 67-й год был драматический театр. Вся актерская жизнь Баниониса связана с драматическим театром в маленьком литовском городке Паневежисе. Там под руководством основателя и главного режиссера театра Йозеса Мельтиниса талантливый художник создал галерею ярких сценических образов. Первую роль в кино Банионис сыграл 10 лет назад. В фильме «Адам хочет быть человеком» он создал выразительный образ авантюриста, мечтающего разбогатеть в буржуазной Литве. Совсем в ином, гротесковом, сатирическом плане решена Банионисом роль военного в фильме «Марш, марш, тра-та-та». Я очень хотел быть этим, не знаю, военным или как, потому что это шлем красивый, знаете. Ну, красота. Мама, кажется, с сестрой повели меня посмотреть такое, знаете, как бывало... Только представление, Христос, как значит, арестовывает креста, и его ведут на Голгофу. Это я помню, что это такое было представление. Я очень хотел играть вот этого солдата. Сэр, вы сегодня выказали храбрость. Вам улыбнулось счастье. Враги у вас в плену. Мы требуем их выдать. Чтоб воевать, я должен быть в ладу своей совестью. И мой противник французы, а не король.
Labai atsiprašom, žinot, mes pamatėm, kad atvira. Ir, žinot, atvažiavę iš Maskvos kanalo, kultūros kanalo, daro filmą apie Panevėžį, apie mane ir apie teatrą. Tai, laba diena. Mes visą atsitiktinai iš ten pamatėm. Это только комнаты гримерные, а в сцену мы ходили вот так, где уже закрыто. Вот это, вот. О, вообще человек был, а что ты забыл? Вот это был гримоком. Сейчас не знаю. Так, я присоединил. Ar tai buvo, ar ne, tiek metų gal. Buvo kambariai, bet jau jie visi kitaip. Šitas gal ir toks, bet ten, bet į sceną mes labai, mes į sceną ėdavom šitą. Aš buvo 47. Ja, visi. O, matai, ir tas здесь так, так, здесь похоже. А вот здесь дверь была во сцену, и это уже закрыто. О, это все. Открылся в 41-м в марте, 15 марта. Они приехали в декабре. Вот. А я все так сказать, готовился к тому. Ну и тогда меня приняли, я приехал. И мне сказали, хорошо, с 1 июня я получаю штат так называемый актер-кандидат. И жалование уже, зарплата маленькая, но кто, мне как будто и хватило. И я показали мне комнату вместе с Бледисом. Где и Виткусом, и там они двое уже жили, я третий. Вот окна эти, где была моя, наша комната, мы втроем жили. И там еще одна комната, где мы тоже нам принадлежала. Это мое окно. В 41-м году, 1 июня, я уже считался актер-кандидат. И вот мы уже, значит, ходили пешком, я помню, утром уже первый раз подошел к этому театру. Это для меня уже... Знаете, все, я уже счастлив, очень-очень счастлив, я уже артист, хотя и кандидат. Ну и 22 дня прошло, и началась война, 22 июня, как знаете, только 22 дня было пока-то при советской власти. И когда утром... 22 июня утром, 5 часов утра, там аэродром был. И там в том месте бомбили. Мы проснулись, бомбили. Это в воскресенье было. Выскочили вот через эти окошко, видите, там, этого дома не было. Вот через эти окошко мы видели, как там снаряды, бомбы взрываются. Самолеты так летали, немецкие. Оттуда выскочил этот советский командир. Вытащил наган и стрелял по этим самолетам. Так, вот мы смотрели, говорим, дурак он что-то. А он пик-пик, а самолет немецкий тут делает круги, опять там бросает. Так вот здесь они жили. Вот это те дни, 22 июня, это утро, которое я здесь увидел. Потом немцы пришли через 2-3 дня, очень быстро они здесь пришли. Вот там увидели мотоцикл, тоже утром услышали, мы там сидели. Ждали, что будет дальше, это на третий или четвертый день. Утром мы слышим, что мотоциклы идут. Мы выскочили, смотрим, уже немцы. Мистер Лонсфилд, да? Тут про вас говорят страшные вещи. Ну, этого и следовало ожидать. Самые большие сплетни рождаются в самых маленьких городах. Да, говорят, что вы хотите превратить Торгейт в Монте-Карло. Неплохо, мало бы. Что вы собираетесь расставить по всему городу игральные автоматы и разорить всех. Теперь покажу еще интересное окошко. Только девушки внизу. А мы там... Как?
Нет, что вы. Только если так официально мы там собирались. А так нет, нельзя. За это и наказали бы нас. Вот мы собирались сюда. Вот есть фотографии, где мы вот здесь, в садике. Здесь был заборчик, забор. Я трудно мне сказать, как это сейчас, потому что этого дома не было. Был такой деревянный, вот похожий на этот. Здесь уже перестроили. Вот так. Вот в этом доме жила наша очень знаменитая поэтесса Соломея Нерис. Ну, раньше. Вот в следующем доме, не нашем. Там есть доска, что в этом доме жила Соломея Нерис. Нам очень наша знаменитая, знаменитая поэтесса. Она нет, она, ну, как все это были в то время самых лучших поэты, писатели, все-таки левых взглядов. И они связаны были с советской идеологией. К сожалению. Ну, кто верил, ну, не знал. Это вся пропаганда была по-другому. Мы не знали, что такое сталинизм, что такое Сибирь. Мы думали, что такая красота, так хорошо жить, как в фильме «Веселые ребята». Это для нас было так, мы думаем, что так и есть. Ну, неужели могут показать то, что нет? Так разоблачили бы, сказали, это так неправда. Ну, наше дурацкое воспитание. А в 41 году, когда немцы шли, мы это считали, что это освобождение. Я так думал. Что, ну, а потому что в 41 году такие были аресты страшные здесь, и во всей Литве увозили транспортами в Сибирь семьями. И мы видим своими глазами, не понимаем, почему и за что. Потому что ни суда, ни правда, ну, не знаю. Ночью забирает, там три дня, три ночи были. Тут вот эти шли транспорты по этой улице на вокзал. Так мы думаем, господи, скорее немцы пришли бы, а то вывезут всех литвутовцев. А кто знал? Кто знал? Остался театр. Немцы это не интересовались нами. Они ушли, пошли туда, на Москву. Если немцы не приходили, им это все равно. И мы уже принадлежали не Министерству культуры, этот театр был, а назывался штат-театр, городской театр. И, значит, как управление городское, как по-русски, не знаю, назвать, ну, бургомистр, там, управление, они нам платили уже деньги. И это было до 44-го года. Пока вернулись в советской власти. Я противник абсолютизма. Я противник абсолютизма. Я противник неволи, которая превращает человека в тупое животное. Ну-ну-ну-ну-ну. В нашей Австрии не так уж все скверно. Я повсюду могу высказывать свои взгляды, выражать свое мнение. Здесь все-таки она существует. Некоторая свобода. Но мы отступали на запад с Мельтинисом. Я Мельтинис и Бледис. Думали, что надо туда ехать. Мельтинис опять в Париж. Думал, провьется, потому что уже видно было, что немцы уже проигрывает войну, надо ехать не в Германию, а в принципе на Запад, в Англию. Все думали, что так будет. Все равно видно, что Гитлер уже проигрывает. Так что нам надо на Запад, а там подойдут уже англичане или американцы, и мы будем жить там, на свободе. А здесь в советской власти не хотели вначале. Отец дал телегу, лошадку, и мы там положили свои чемоданчики маленькие, или что там, что поесть, добраться до Запада, и отступали на Запад, шли, дошли до Западной Литвы, и там как раз фронт остановился около Шавляя, такое, знаете, где дорога из Тильзит, или там из Советского, и идут на Ригу, там дорога такая. Ну, так случилось, что когда двинулся фронт, уже, это было уже в октябре.
октябре, в начале октября, 7-6 октября. Там уже фронт вдруг двинулся. Мы хотели отступить, но уже не успели, там нас отрезали. Одним словом, и вернулись. Ну что ж, познакомимся. Какие у тебя отношения с советской властью? Нормальные. Я никого не убил, меня амнистировали. Не вернулись, ну и оказывается, что это все прошло, обошлось, спасибо. Не знаю кому, но это все ничего. Мы думали, что это нам уже будет за то, что мы во время оккупации мы играли, как будто бы. Ну мало ли что, кто знал большевиков, что они придумали? Такое было время. Какое такое? А почему ты вышел из леса? Ясно. Что ясно? Отца пожалел. Я помню хорошо, как там то время было. Это мое как воспоминание настоящее, что было после войны. Люди, которые, я знал их, которые действительно не хотел в лес пойти. Ну, так заставило условие. А потом вернуться захотел, там амнистия была, они, кто-то вышел. Я знал лично таких, лично несколько, 2-3 человека. И я знал, почему и что. Не как, а почему и что. А уже как, это мое дело. Сыграть то, что надо. Суть этого человека, Вайткуса, суть, уловить суть. И тогда, когда уловишь суть его, играешь уже изнутри. И сам не знаешь, почему ты туда посмотрел, или почему ты паузу сделал. Это идет, потому что я понимаю этого человека. Иди сюда. Иди, иди. Садись. Садись, садись. Вот этот кусок я отыграл так. И только репетицию начали, Жалакес говорит, стоп, не будем репетировать, это все хорошо идет. Не надо. Он понял, что может потом я буду повторять, штамп какой-то делать, чтобы было бы живо и настоящее. Стоп, не надо, давайте снимем. Так вот, будешь председателем в нашей деревне. Бери печать. Жалование положим, как подобает. Проворуешься, карать будем. Значит, договорились. Нет! Не сумею. Мы поможем. Длинный для меня кусок. 3-4 минуты. Это длинный кусок для крупного плана. План такой. Вот отыграл я. И я даже не думаю, как я играю. Вот я говорю то, что у меня на душе. Все, закончили. Стоп! И вдруг зааплодировали эти осветители, гримеры, которые стояли там, или там, не знаю, костюмеры, зааплодировали. Думаю, что это такое? Я смотрю, этот кусок действительно получился какой-то настоящий. Thank you.
Это мне очень нравилась книга, и поэтому я, мне и Павка Курчагин сделал идеал для меня. Это другой совсем человек. Я, сколько помню, так он даже Сталин не очень-то его любил, я как понимаю, за, как закалял Сталин, если я не ошибаюсь, Островского. Так что для меня это было идеал. Вот так. Да, надо так прожить жизнь, что не было бы тебе стыдно за годы, которые... Не понял, как перевод. Вы знаете, последний... Бесцельно прожить. Так это красиво. Я думаю, что это правда. И так и думаю до сих пор, что это правда должна быть. Но, к сожалению, это уже... И он сам прожил так жизнь, Островский, но... Ну, другие. Над рекой-рекою быстрою эх, вороны летят. Ведь на поле-поле чистое все вороны хотят. Не кружитесь в небе, вороны, эх, все ко мне летят. За все четыре стороны нам свою страну видать. В 1954 году был приказ уволить Мелькинца из театра за непригодное руководство, потому что у нас не было ни одного члена партии, ни одного до 1954 года. Представьте себе, в театре ни одного члена компартии, ни одного. Он 5 лет не работал, но он поставил самый лучший спектакль, это тогда. Он приезжал сюда и ставил спектакль под именем Бледиса. Конечно, потом был приказ, что не пустить его в театр. За хулиганство тоже такой приказ был, что, потому что он не слушался. И он поставил самый лучший спектакль, может быть, это «Гедо Габлер», это «Смерть моего Жора», под именем Бледиса. Он не получал ни зарплату, ничего. И работали мы действительно от души. Потому что нам было все равно, там, как на нас будет смотреть партия или правительство. И Мелькинцу было все равно. Дело вовсе не в деньгах. Моя независимость, вот что мне дорого. Ничего нет для меня важнее. Жить и работать. Под диктовку я не могу. Не могу. Так и знай. Иначе я бы в придворные композиторы давно вышел. И стал сочинять что-нибудь приятное для слуха. Но все это не то. Я должен быть свободен. Моя свобода в искусстве – это свобода самого искусства. Когда я был у Феллини вместе с Тарковским, и Тарковский когда пожаловался, что ему не дает ставить то, что он хочет. Ну, так я сам видел, как Феллини рассмеялся. Думаешь, говорит, ты думаешь, что мне дают то, что я хочу ставить? Нет, тоже дают деньги, говорят, вот ты будешь делать то и то. Или не дают деньги, если думают, что я не могу, но не делаю не то, что надо. Говорит, а Маркорд я поставил только после того, когда я сделал там... Не помню, какой-то по заказу. Дон Жуан, что ли? Вначале его не понимали. Мы в Каннском фестивале, ведь мы там получили приз, но критика обвиняла Тарковского, что он плохой кинематографист. Так обвиняли, хороший. Ну, это глупость. Так. Ну, так было. А в Союзе в Советском России тоже не принимали. А теперь все хитрые, когда уже прошло время. Я говорил, что это хороший фильм. Я говорил, нет, не говорили. Мало кто говорил. Вот интересная вещь. Понимаете, когда меня утверждали на... Ну, утверждали на «Солярис». И тогда надо было, в то время надо было получить разрешение от дирекции театра. Ну, так было, чтобы потом не было конфликтов, когда тебя снимают, чтобы театр не будет отпускать тебя. И вот тогда я попросил, чтобы Мелькинец показал Рублева.
И тут второй режиссер привез по Неве жизнь. И тут в маленьком зале, где прокат, там несколько человек, то есть тоже было запрещено, показали Рублева, там Мельтинец посмотрел. И он молчал. После фильма ушел, молчал. На следующий день говорит: да, Донатас, это величайший режиссер. Иди, снимайся, не будет позор ни для меня, ни для тебя. Вот было такое случай, Мельтинец посмотрел и понял. Он понял. Она только деньги не брала, потом, это был 42-й год, но она гадала. Смотрит, ладонь, глаза, когда ты родился, все много. И она стала мне гадать. Хорошо. Так, во-первых, вот, твоего родственника арестуют, увезут, но он вернется. Ну, может быть, ну, кто знает это время. Потом второе, ты захочешь убежать из Литвы, но тебе не удастся. И поэтому, и потом третий, так она смотрит на меня, она, ну ты, значит, ты будешь, станешь руководителем Поневежского театра. Ну, думаю, за пол-литра она еще мне что-то подскажет. Ну, как я, может быть, то время, когда я там был никто. Ну, и как случилось, что вот я, как я говорил, мужа моей сестры арестовали гестапо, увезли в Штутгов. Сестра моя позвонила мне и сказала страшные новости. Арестовали Владаса. Кто? Гестапо. Ну, говорит, скажи, я слышал. Но он вернется. Как вернется? Из откуда? Из гестапо вернется. Ну, так мне сказали. А второе было то, что все-таки я хотел убежать на Запад, и мне повезло, значит, уже второе. А третье было то, что меня назначили уже в 80-м году этим руководителем театра. Ну что, не знаю. Я не верю в это, но было так, что я так. Я в нашем доме, пенгетушники дышим дырящим стрис, пенгетушники дышим дырящим скетвери, пенгетушники дышим дырящим... Ёлки-палки, все деньги одним рублем. Еще не мешайте меня, а то я буду начинать сначала, пенгетушники дышим дырящим септини, я в нашем аштоне, я в нашем девине, и 5500. Все. Когда второй режиссер увидел меня, господи, не тот. Совсем тоже не похож на пастора, тоже блондин должен быть, ну и так далее. Что делать? А уже там ждут завтра съемка. Ну, мы полетели в Одессу и тоже завели меня к Рязанову, к комнате, там сидел Смоктуновский, Рязанов, тот тоже. Кого привез? Ну, не похож абсолютно на пастора. Ну, а потом что делать? Уже завтра съемка, это, пока ты будешь искать, еще неделя пройдет. Ну, садитесь. И прошло, ничего, сыграл. Все-таки почему все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное. Нехорошо. А вы что? Прокурор? Я не спрашиваю, откуда эта машина, почему нет документов. А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать, у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор. Эти рубли, пожертвования ему. Ну, осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать? Буду. Я же помню, когда работали Ибсена Гедугаблера. Это одна из первых моих больших-больших работ.
Я не знал, как играть своего персонажа. Я спрашивал его, ну, товарищ Митинец говорит, ну скажите как. Я говорю, а куда я знаю? Так ты умеешь читать. Мы умеешь. Так он написал, Ипсен, так прочитай, что он написал. А ты что, читать не умеешь? Говорит, я себе могу показать, но ты будешь подражать мне. А ты должен сам создать. На таком уровне, как написал. Почему Ипсен до сих пор остался? Потому что он вечный. Он вечный. И часто говорю, вы не ищите новое, вы ищите вечное. Что писал Софокли или Шекспир, или Мольер, это вечные отношения. Новые, но они не вечные. А только новые. Это то же самое новое, если я буду одевать пиджак, как брюки, да? Это новое будет. Ну, глупо. Но это скажет, ну, такого не видно. Ну, браво, это открытие, да? Но какой смысл за этим? Только то, что я одеваю не так, как все. Или там кольцо в нос я могу себя, как сказать, повесить здесь. Есть здесь всякие кольца. Новое. Ну, глупо. Ну, что за этим стоит? Ничего глубокого я не вижу смысла человеческого бытия, или как, чтобы сказали, что, как Мильтинец говорил, что надо нам такие, так думать, как Библия. Но разве не сказано в Писании? Если я наведу на землю меч, и народ возьмет человека и поставит его стражем, и страж, увидев меч, не затрубит в трубу и не предостережет, кровь жертв невинных падет на его руки. Кто вы такой, Лонсфилд? Да, что веки, что веки, что веки. Ну, а вот это кто Бамс. Юсу Дарбамс. Фирма Катамат. Это мы с тобой. Мильтинец такой интересный пример иногда говорил, что Бог создал человека, но он не очень совершенен был. Ну, не удалось, так сказать. Тогда Бог создал художника, чтобы он исправлял это, ошибки Бога. И именно вот в смысле порядочности, по 10 заповедей. Это должен художник об этом думать, когда сотворит. Если посмотришь настоящее это искусство, которое уже существует веками, там все время есть очень что-то глубокое о человеческой, смысле человеческой души, о том, о добре и зле. Gerai. Net ir vėliau. Vat nešamės, kad jūs filmuotų. Aš jūsų kaip... Я как художник с кистью работать, я с собой работаю каждую секунду, часть секунды. Я знаю, что надо знать и как это сыграть. Не только что, а да, еще думаешь о том, как это на сцене будет, как зрителю надо взять его как за горло, как говорит, чтобы он ахнул. Ты надо все это знать, это актерское уже. Твое мастерство как художника, когда ты знаешь, как этой формой управлять. Скептически на те все внешние приемы, которые сейчас очень-очень любят. И удивляется не так, кто что играет, а как это интересно, еще такого не было.
то дым тогда пустили, то огонь там, не знаю, там, то еще что-то, то дождь полил. А человека неважно. И все удивляются, смотрите, снег, как хорошо сделали снег. А что там играет человек, ему я же неинтересно становится. Вот это уже сегодня такая, ну хорошо, может быть так и надо. Может быть, это и есть настоящее, а то, что я играл до сих пор, это все глупо и никому не нужно. Может быть, действительно лучше смотреть на снег, падающий откуда-то по технике, или ветер, который дует на сцене, или там огонь, дым, что ты хочешь, чем человек. Может быть, так и надо. Я не говорю, что это не надо. Может быть, я действительно я не понимаю. Может быть, поэтому я должен уйти из театра и ушел, потому что я уже не гожусь, я уже не нужен. Это я, снег меня не интересует. Как сделали снег? Смотри, что за аппаратура. Ну, это вот уже искусство. Ну, а мне это плохо. Действительно плохо, я согласен. Ну, а что делать уже мне? Обратно уже у меня дороги нет. Я уж не смогу так снимать штаны, показать и сказать голую, что еще этого не было. А вот сейчас вот. А мне, ну, не важно.